Кадры решают все. Сегодня в Общественной палате Карачаево-Черкесии прошел круглый стол по вопросу подготовки кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Собравшиеся обсудили нехватку профессиональных специалистов в сфере ЖКХ и их подготовки в образовательных учреждениях. Алихан Лепшоков подробнее. Основная проблема в сфере ЖКХ сегодня – это отсутствие квалифицированных специалистов. Было отмечено, что нужно обращать особое внимание в вопросе подготовки необходимых кадров в образовательных учреждениях. Зачастую ту или иную проблему в сфере ЖКХ решает грамотно подготовленный слесарь. Но сегодня мы видим, что поступает много жалоб в адрес управляющих компаний, ибо работники не выполняют поставленные перед ними задачи. Пока мы не будем специалистов грамотных, профессионалов в этой отрасли, большого результата мы не достигнем. Реформирование еще будет длиться очень-очень долго. И как видите сами, мы живем все в этой республике, в нашей республике, и видим, живем в многоквартирных домах, насколько еще плохо управляется, эксплуатируется и обслуживается наши дома. Заместитель министра строительства и ЖКХ Карачаева-Черкесии Зульфира Батчаева подчеркнула, что в эту сферу не идут работать из-за размера оплаты труда. Поэтому необходимо поднять престиж профессии специалиста этой отрасли, подытожила она. Если теплоснабжающие организации хоть какую-то имеют обеспеченность специалистами, потому что там есть жизненно важные циклы и проводится аттестация и предъявляются требования к профессиональным кадрам, то в таких сферах, как управление домами, конечно, желает лучшего. Сразу это отражается на нашем населении, многочисленные жалобы наших жителей на сферу управления. В ходе обсуждения руководители образовательных учреждений по подготовке кадров в отрасли инженерии ЖКХ подчеркнули, что есть нехватка бюджетных мест именно по необходимым специальностям. То, что касаемо именно, вот, как вы говорили, федерального государственного образовательного стандарта в рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства, мы можем рассмотреть, у нас есть специалисты, которые как раз работают и подготавливают кадры в области электроэнергетики и строительства, и рассмотреть этот стандарт и, может быть, даже попробовать попросить эти бюджетные места. Но мне кажется, что все-таки должен быть запрос государства в разрезе государства, регион. В завершении круглого стола собравшиеся подчеркнули, что только общими усилиями возможно решить данную проблему, что приведет к значительному преобразованию в отрасли ЖКХ. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.